Всем привет! Совсем случайно получились у меня вот такие цветочки для скраб-работ. А может, такие розочки подойдут и для детских ярких летних украшений? Приглашаю вас присоединиться, без молдов и прочих приспособлений, сделать один такой букетик вместе. Нам потребуется только фоамиран. Я буду использовать иранский толщиной 0,6 мм, шаблоны и фурнитура. Как всегда, мои шаблоны в группе ВКонтакте, в Яндекс.Коллекциях. Но распечатывать не спешим, просто переносим с экрана на бумагу. Переносим выкройки на материал и вырезаем. Формируем чашелистики. Лепестки формируем вот таким образом, просто края ужариваем на утюге. Нет молда, рисуем прожилки зубочисткой, либо воспользуемся любым живым настоящим листочком, сняв фактуру с него. У меня, к примеру, лист клубники. Оттиск получается хорошим, а форму и размер я уже вырежу сама. Собираем бутоны цветочек. Поочередно внахлёст наклеиваем лепестки. У основания надрывая к центру, там, где это нужно.
Последний лепесток каждого ряда заправляем за первый. Каждый последующий ряд клеим в шахматном порядке относительно предыдущего ряда. Букетик я собираю на фетровый круг и креплю фурнитуру.
Вот и все, мои украшения готовы. Самый часто задаваемый вопрос: с какого цветочка украшения начать? Я только знакомлюсь с вами рано. С любого, вы только главное начните. К примеру, с этой розочки. Все обязательно получится. Если что, напишите, постараемся разобраться. А на сегодня все. Желаю вам отличных солнечных выходных. До новых скорых встреч. Пока-пока.